А, толкнуть меня хочешь? Это не я, что ты на меня смотришь? А кто хочет мне-то? Ты на! Ешь его! Ха-ха, блин! Ответочка за то, что я его скинул! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Балдай, Пикачу, Форум, Думгай, Скигва, Ампер. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем присылаю привет. Написали мне в комментариях, чтобы мы сняли еще раз на карте здоровенный лабиринт, но в этот раз я скачал новых Абунг. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, убегайте. Я тебя удалил, а новый скачал. Новых. Ну, конечно, один всего, но надеюсь, он жесткий. Кстати, только для админа. Админа. Поехали, пацаны, вы готовы? Да, да. Я пацанам специально сказал, чтобы они бежали в лабиринт, потому что я буду скидывать сверху. Ребята, сегодня у нас будет 100 абунг. 100. Поэтому для начала мы штук 20 добавим, посмотрим, на что они способны. Кстати, уже люди начинают умирать. Обратите внимание, они двигаются по-другому. Они могут спокойно вылазить. Они читеры, что ли? Давайте проверим. Ну что, начинаем выживать в лабиринте. Пацаны, кто первый умрет, тот лох. Все, Скигва умер. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Вот сегодня записывают два новых человека. Персонажа, хотел сказать. Поэтому либо может зайти и записать с нами очень веселый ролик. И что надо для этого сделать? Подписаться, поставить лайкосики, написать какой-то очень классный комментарий. Так, подождите, я запутался. Опа! За мной Абунга, ребятушки, ускоряемся. Нет! Блин, они какие-то жестче. Мне кажется, он быстрее, да, чем те? Как вы думаете, или одинаково? Быстрее. Надо быть очень осторожным. Мне как эта пустота убила. Да, он невидимый может вставать, представьте, Абунга невидимка. Вообще жесть будет какая-то. Так, потихонечку, все-таки я постараюсь дойти до башни в этот раз. Опа, вы видели, как это было эпично? Опачки. Опа, еще чуть-чуть бы и упал. Надо быть очень внимательным. Надо, что не переживать, а просто спешить. Да, так. Я охранником побегу. Форум умер, отлично, ребята. Сейчас я дойду до башни. Из башни еще накидаю штук 30. Итого у нас уже где-то будет 50 абунг. Ой, я упал. Я упал, Дима, поэтому... Да-да-да. Я видел. Ребята... Пожелайте мне удачи дойти до башни. А! Он сзади меня! А! Ого, где я появился? Ну что, дубль номер два. Надеюсь, сейчас я точно дойду до башни. Так. И когда я дойду до башни, все-таки я накидаю много-много абунг. Опа! Ай-яй-яй-яй, дошел? Да. А ты профессионал, молодец. Я тоже дохожу. Спасибо. Они тут прыгают по всей башне. Как вы думаете, они могут допрыгнуть так высоко, как те абунги? Да, они тут прыгают по всей башне, за башкой стукаются. Это хорошо. А! Нет. Ай, окружили. Блин, они жесткие. Все, я выработал тактику. Тактика называется «Беги быстрее, чем Абунга». Так. Или просто все. Просто все, это когда ты уже просто все. Все сходится. Ой, опять упал. На самом деле, я специально упал, чтобы было интереснее. Я тоже Конечно. Упал. Ой, ты, блин, идем быстрее, они там сзади бегут. Ай, заразы. Ну ладно. Блин, я так дернулся, у меня аж подмышки вспотели. Это так быстро? Да, надеюсь, ребята, вы сейчас смотрите наш ролик и улыбаетесь так же самое, как и мы. Опа. Так, сейчас я выработаю тактику. Эти абунки управляются реальными людьми. Да? Попробуй. Может быть. А может быть и нет. А может нас взломали. А как вы думаете, у них жизни есть? Давайте сейчас проверим, есть у них жизни или нет. Это что, другие абунги? Так, проверяем. Нет. Их нельзя убить. А, зараза. Ай. Админским пистолетом Конечно. Хотел убить. Опа, я уже выхватил еще одну тактику, как быстро добегать. Сначала по правой стороне, потом ближе к центру. Так, Абунга стоит возле башни, не дает мне зайти. Смотрите, там стоит он какой-то челик. А, не, мне показалось. Так. Абунга, пошел отсюда. Зараза! Они окружают меня, ребята. Они меня окружают. Нет, они меня не окружают.
Так, Абунга, отвали. Отвалите. Прощайте, блин. Так, хорошо, так делаем следующий эксперимент. Мы берем пригвождатель, проверяем, можно ли их пригвоздить. Они не пригвождаются, они не пригвождаются. Ого, он телепортировался. Пацаны, бегите, бегите, глупцы. Нет, пацаны, зря только тратите патроны, ничего не получится. Ну что, я иду к своей цели. Так. А я наоборот не убегаю, потому что мне хочется. А я на башне был, упал, и меня убили. Так все было и продумано. Ну все, я спрыгнул вниз, для того, чтобы быстрее добежать до башни. На самом деле, это меня не спасет. Но я надеюсь. Блин, так это я еще не поставил 100 штук. А это сколько? Оно уже... Ну это за штук 20 я поставил. Вы знаете, когда 100 поставлю? Ставить еще, пацаны, или нет? Подожди, да. Я тоже боюсь. Не надо. Давайте сначала все-таки мы дойдем до башни. Надеюсь на это. Так. Потом на башне поставить. Прыжок. Есть. О, омпер. Прыжок. Омпер. Так еще тебя никто не называл. Так. Теперь сюда идем. Блин, они все возле башни трутся. Они как будто знают, что мы хотим туда прийти. И специально там стоят. Это жопа. Омпер вообще заныкался. Омпер. Надо, знаете, что сделать? Надо, короче, спрыгнуть с башни на бортик, по бортику повыживать. Сейчас мы это и сделаем. Блин, ну что ж я от переживания падаю. Так, есть шанс сюда выжить. Там стреляют. Пацаны, это не спасет. Они не пригвождаются, не убиваются и ничего их не берет. Один сверху, один снизу. Два веселых обунги, а? Веселых тараканов. Похоже на таракана, что-то есть в этом. Ну что, пацаны, попытка номер сотая. Надеюсь, сейчас точно у меня получится. Так, давайте прям сразу справа. Десятая. Вот смотрите, здесь вот прям вот длинные-длинные полосы. Ускоряемся. Прыжок, прыжок. Блин, Соник какой-то уже. Так, они хотят меня убить. Отлично. Отлично, отлично. Ай. Блин, зараза, окружили, помогите! Господи, да как от них выжить? Это страдания целые! О, давайте возьмем меч Звездные войны, все-таки попытаемся допрыгать. Так. Воу, это было эпично. Во, ребятушки, я нашел метод, как классно повыживать. Звездный меч берете, он может высоко прыгать, персонаж ваш. Да, отлично. Отлично, отлично. Все, я в башне практически. Практически, тебя сейчас там убьют. Ай, блин, я сам себе базука Идиот. Видел такого придурка? Это я. Ну ничего, я специально стрельнул себе в ноги, чтобы умереть. Еще разок прыгаем. О, я знаю, что мы сейчас делаем. Мы сейчас сюда сразу запрыгнем. Ребята, ну что, видите, всегда есть шанс выжить. Блин, прикольно, они реально отпрыгивают. Да? Да, я только что на меня прыгнули, а я атаковал и... Интересно, до вышки можно вам допрыгивать с самого низа? Вот, давайте попробуем отсюда до вышки допрыгнуть. Во! Блин, ну ничего, теперь у меня есть шанс сюда быстро добегать до вышки. Отлично, отлично. Смотрите, главное, что не бояться, а немножечко очковать. Все у вас получится. Ну конечно. Все, пацаны, я сейчас до вышки бегу. Бегу. Ого, они прыгают! Прям рыбкой. Так, ну что? Я, ребята, добираюсь все-таки до вышки, я это сделал. Сейчас подождем, пока они поспрыгивают оттуда. Ого, они прыгают! Так, тихо. Блин, они прям подо мной. Она, наверное, не достанет, да, сюда? Лучше бежать. Ох, их там сколько, вы заразы такие. Нет, я выживу. Есть, я на вышке. Наконец-то, да, Дима. Ну что, пацаны, я ставлю еще. Я же обещал, что я иду до вышки, ставим еще. Конечно. Пока их никого нет. Ставим. А, уже подо мной. Да ну вас нафиг. Я только что собирался провести уборочку. Ой, что это было? Он, наверное, хотел меня убить. Че дрожит камера? Тихо. Ой.
Отлично, отлично. Ну все, ребята, видите, хорошая тактика. Запрыгнул на крысу на бордик и стоишься. Ой-ой-ой, их там как жуков. Я почти дошел. Ой, хотел подстрачник вас скинуть. Ой-ой-ой-ой, повезло, что не я. Ну, а Бунга за меня всю работу сделали. Ой, хорошо, что он спрыгнул, думал он за мной бежать. Давайте еще ставить, мы же хотим, чтобы было много их. Да, хотим. Ой, что-то подлагивает, тебя бунги не лагали. Так. 100 штук! Так, ну что, я на вышку иду. Ох, их много! Ай-яй-яй-яй-яй! Это просто нереальное количество, ребята. Так, берем меч. Ожидая. Наконец-то. Прыгаем. Я на вышке! А, быстрее, 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 быстрее! Опа, они идут, они идут. Так, надо их как-то обмануть. А как обмануть Абунгу можно? Я их на себя отвлек, Димас. Отлично. Вот так вот Абунга обманут. Ой-ой-ой. Лава еще красиво вписался. Да это нереально. Как выжить теперь? Но мне кажется, эти Абунги пожестче будут, чем те. А те запрыгнули, смотри куда. Да-да, кстати, они звуки издают, когда бегут. Ой. Зрители, как бы говоря. Ага. Ой, красавчик, дядя Дима. Вообще красавелла допрыгнул. Ну что, вот тут мы постоим, повыживаем. Никого нету из них. Так, идут, идут, идут. Так, давайте посмотрим. Когда уже будут тут рядом, я буду убегать. Да. Именно так будет выглядеть новая часть Звездных войн. Ну да. Это было бы прикольно. Это бунг. Ого, ты прыгаешь. Псих. Псих. Так, ребятушки. Никого не наблюдаю. Никого. Я прыгаю. Но они есть. Все, стоим, ждем. Делаем ставки, кого первого убьют? Ампера. Нет. Я живой. А! Меня! Только сказал, твою убили. Так, надо на месте не стоять. Когда стоишь на месте, они очень жестко мочат. Идем, 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 идем. С Кигва идем, очень странный ник, конечно, чувак. Кстати, это новенький. Беги, 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 не бойся, беги. Блин, я хотел, чтобы ты на него напоролся. Было бы круто. А чё он стоит здесь? Ой-ой-ой, в воздухе убил! А давайте я попробую перепрыгнуть. Они вообще жесткие. Не убил меня. А чё он стоит здесь? Налетает, налетает, как горячий пирожок. Еще разок. Есть прыжок через костер, а есть прыжок через Абунгу. Не, не убил меня в этот раз. Ну, хотел. Оу-оу-оу! Ха-ха, это чувака убили! Иди, иди, иди. Уга-буга, иди. Красиво улетел. Красиво улетел, мне нравится. Ой-ой-ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы и достал. А ну давай, прыгай, прыгай. Потом я прыгну. Не бойся. Ух ты. Пока они приземлились, я буду лететь. Ух ты. Аж подвисает немножко горизонт, так как они нагружают систему, а? Ух ты! Псих, что ли? А что случилось? Он, блин, взял и перепрыгнул как-то и меня убил в воздухе. Блин, читер. О, если попробую отсюда, да, запрыгнуть. Так, ну что, прыгаем на самую высокую точку по возможности и выживаем здесь. Потому что в лабиринте прям очень жестко. Идем, идем, не бойся. Как вам прыгнуть? Тихо, 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 тихо. Вот он стоит, а меня не убьет. Он же слабак, смотрите, что он может. Пойдем. А ты где, Дима? А я здесь стою, возле воды. А да! Я здесь шел. Какой-то слабый Абунга вообще. Чего ты мне не сделаешь? Ничем мне сделать не можешь. Не, не надо, не надо. Хорошо. А, толкнуть меня хочешь? Это не я, что ты на меня смотришь? А кто хочет меня, то ты на. Ешь его. Блин, отвесточка за то, что я его скинул. Короче, видишь, отомстили Абунги мне за тебя. Ты, наверное, их не кентафурик, да? Кентафурик ихний. Дима, это карма. Я уже это понял. Ну что, я иду вглубь лабиринта, потому что я их не боюсь. Ух, они телепортируются. Да, не боишься. Я их не боюсь, смотри, что мне может сделать? Вонючий щенок, где ты? Иди сюда, Абунгокс.
Потому что ты джедай. А я без меча выживаю. Все, теперь по-честному. Чисто бегу в лабиринте. Ау! Ладно, забирай свои слова назад, они сильные. А я говорил. Они очень сильные. Я только вижу, как они пацанов валят. Так, я иду, знаете, сейчас куда? Я иду в темный лабиринт. Включаем фонарик, давайте попробуем там пройти. Мне кажется, тут никого нету. Я думаю, по закону Архимеда ты пойдешь на башню. Нет. Я иду в темном лабиринте, ребятушки. Все четко. Сейчас я тут пройду точно. Их тут нету. Кстати, да, в темном лабиринте ни одного бунги нету. Они к тебе пошли уже, Дима. Да, они уже в темном лабиринте? Да, некоторые. Нет, они у входа стоят, там 4 штуки. А, они боятся стоят. Темноты, видите? Очкошники. Это их слабость, Дима. Наша я ж не знал, что они слабые. В следующий раз надо в них это темнотой стрелять. А такое возможно? Не знаю. Нет. Я слышу, они уже за мной идут. Или это наверху? Пошли за мной? Ну чё-то никого нету, вообще их не боюсь. Их очень много около тебя, Дим. А я ж внизу, под землей, их никого нету. Они тебя ждут, когда ты выйдешь... Я не выйду, я теперь тут буду жить, я поселюсь здесь навсегда. Можно к тебе в гости? Всё, я в тупике. А, не, никого нету, никто за мной не шел. Я думал, кто-то за мной шел. А! Ладно, ладно, шел. А мы говорили? Ах, их тут сколько! Помогите. А, помогите, помогите. Перепрыгнем, прыжок через труп. О, я буду в воде выживать. Мне не касался, но бум какой-то новый. Они когда прыгают, звук, да, издают такой бум. Да. Дим повыживал в воде? Ну да, недолго мне, конечно, хватило. Так, прыжок. И с шифтом быстренько плывем. Быстрее, быстрее, быстрее. Да хорош убивать меня, зараза такой. Они реально быстрее прошлых обух. Мне кажется, что это какой-то SCP. Если этот ролик, ребята, наберет 3000 лайков, мы будем выживать в этом лабиринте от SCP. Как вы думаете, круто будет? От скромников? А разных наставим, разных. Давай. Отлично. Да. Успели убежать каким-то образом. Дима, а какой твой любимый SCP? Статуя. Свободы. А пусть подписчики напишут, какой их любимый. Хотел только сказать, ребята, а вы сейчас напишите, какой ваш любимый SCP. И каких будет больше всего написано, тех мы будем ставить в ролике. Это будет очень прикольно. Так, делаем тест на то, как они выдержат ядерный взрыв. Подожди, меня за собой. Ой-ой-ой. Чё же я так кинул криво? Ой, красивый взрыв. А красивый. Я выжил, а я выжил. Еще один. Одна бомба полетела. Бум. Нет, они все-таки, видите, не убиваются. Как и те. Живучие. И быстрые. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.